Здравствуйте, вы смотрите «События». В студии Алексей Галатинов. И Юлия Анциферова. Добрый вечер. Сегодня в выпуске. Цена амбиции и снобизма. Отказ России от строительства газопровода «Южный поток» заставил Евросоюз задуматься о последствиях своих необдуманных действий. Что теряет экономика Старого Света и какую альтернативу проекту видят в Москве? Четверти против модульной системы. Столичные власти предложили школам самостоятельно устанавливать график каникул. Почему этот вопрос вызвал бурную полемику? И какие еще темы обсудили на заседании правительства Москвы? Иностранные кадры в украинской комедии абсурда. Киев не нашел подходящих кандидатур на ключевые посты в правительстве среди граждан своей страны. Три министерских портфеля достались иностранцам. Кто в реальности будет управлять незалежной? На ошибках не учатся. Очередной дебош на борту самолета. Неадекватный пассажир попытался устроить драку на высоте 10 тысяч метров. Удалось ли задержать зачинщика конфликта? Эффект разорвавшейся бомбы произвела в Европе новость об отказе России от строительства Южного потока. Пока одни подсчитывают убытки, другие надеются на скорое возобновление проекта. На следующей неделе ЕС проведет совещание по газопроводу. Оно запланировано давно, но в свете последних событий пройдет в другом ключе. Судя по реакции прессы, Брюссель не ожидал от Москвы такого резкого шага. Хотя сам же к нему и подталкивал. О последствиях неосторожных действий Екатерина Воскребенцева. Это решение далось России нелегко. 7 лет переговоров, исследований и разработок. Но другого выхода не осталось. Начинать этот проект сейчас, когда у нас до сих пор не получено разрешение Болгарии на вход этого проекта в исключительную экономическую зону Болгарии, на ее территорию. Но, сами понимаете, это нелепо. Что же мы сейчас вложим сотни миллионов долларов в проект, пройдем через все Черное море и встанем перед болгарской границей, что ли? Болгария – первая страна на пути Южного потока, добравшись до ее границ. По дну Черного моря газопровод уже по суше должен был разойтись 4 нитками через Сербию, Венгрию, Словению, вплоть до Австрии и Италии. 63 миллиарда кубометров газа в год. И никакой головной боли с ненадежным транзитом через Украину. Выгода для Европы столь очевидна, что на старте казалось, несостыковки исключены. Но в дело вмешалась политика. С началом украинского кризиса евробюрократы вдруг вспомнили о третьем энергопакете – он разрешает поставщику использовать лишь 50% мощности одного газопровода, что для его собственника «Газпрома» экономически невыгодно. Вот только на момент разработки «Южного потока» документа еще не существовало. Все, что происходит на территории Европейского Союза, обязано подчиняться правилам. Это касается и «Южного потока». Правилами глава европейской дипломатии теперь объясняет очевидное пренебрежение Брюсселя к национальным интересам стран-участниц проекта. В той же Болгарии «Южный поток» еще недавно преподносили как настоящую золотую жилу. 400 миллионов евро в бюджет за транзит, плюс скидки на покупку газа и новые рабочие места в качестве бонуса. За уступки Брюсселю теперь оправдывается президент страны. Если Россия согласится соблюдать европейское право, я не представляю себе, что у кого-нибудь будут возражения по этому проекту. Но до этого момента Россия никак не показала намерений соблюдать законодательство ЕС. Поэтому совершенно ясно, что разблокирование проекта «Южный поток» находится в руках ЕС и России. Очевидно, что никакой компенсации за приостановку проекта «Южный поток» Болгария не получит и окажется проигравшей стороной. Говорим спасибо премьеру Бойко Борисову. Наша страна, к сожалению, оказалась ненадежным партнером, государством, которое не оценивает и не защищает свой национальный интерес. Сейчас экономическими преференциями будет пользоваться Турция. Не вижу дополнительных возможностей для новых переговоров. Российская сторона и так проявила достаточно большое терпение. Разбираться с газовыми проблемами Болгарии придется самой. Еврокомиссия помогать отказалась. Как и Венгрии, Австрии и Сербии. Белград уже обрушился с критикой на Брюссель и Софию. Почти 7 лет государство Сербия вкладывало в этот проект свой труд. Мы не отказывались от его реализации даже под жестким давлением. Но Сербия стала заложницей ситуации. Для нас однозначно было бы удобнее и безопаснее иметь Южный поток. Но теперь труба повернет в сторону Турции. Турции второй по объемам закупки потребитель российского газа будет получать еще больше. Те же 63 миллиарда, что должны были пойти на Южный поток. 14 миллиардов кубометров газа предусмотрено для поставки в Турцию. Это те объемы, которые в настоящее время поставляются по Балканскому коридору. Остальные объемы это
около 50 миллиардов кубометров газа будут поставляться на границу Турции и Греции, и для этих объемов граница Турции и Греции будет пунктом сдачи. Прокладывать трубу к турецким берегам для России дешевле, чем к болгарским. Значит, вкладывались в строительство не впустую. Анкара же от турецкого гамбита Владимира Путина и вовсе в восторге. Сбылась давняя мечта стать транзитером энергетических ресурсов в Европу. Из построенного на границе с Грецией хаба протянуть газопроводы на свою территорию смогут те, кто был в числе участников Южного потока. Но теперь уже не за российский, а за собственный счет. В энергетической политике Евросоюза как раз предусматривалось развитие Южного коридора и Южного направления. Правда, тут очень интересный момент, потому что многие политики Европы предусматривали этот Южный коридор как альтернатива России. А теперь получается, что по этому коридору фактически пойдет российский газ. Россия же тем временем выходит и на другие рынки. Тут и сделка века с Китаем, и возможность поставлять сжиженный газ в страны Азии. Реализацией проекта займутся уже в ближайшее время. Екатерина Воскребенцева, Кирилл Парменов, Дмитрий Поляков, ТВ-центр. Инвестиции, вложенные в строительство Южного потока, считать ли их потерями? И когда Украина перестанет быть монопольным транзитером газа? Что выигрывает Россия при прокладке газопровода через Черное море? Об этом наш коллега Алексей Фролов поговорит с генеральным директором агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрием Орловым. Интервью смотрите в программе «25 час» ровно в полночь. Зарплата ряда чиновников не будет расти до 2016 года. Соответствующий закон подписал сегодня Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ограничения касаются сотрудников администрации президента, аппарата правительства, счетной палаты и Министерства иностранных дел. Разработчики инициативы говорят, что раньше денежное содержание этих групп чиновников индексировалось темпами, опережающими инфляцию. Поэтому в увеличении их зарплат в следующем году нет необходимости. При этом оклады других категорий бюджетников будут проиндексированы. На эти цели в 2015 году заложено 80 миллиардов рублей. В Москве начинается масштабная реформа в сфере наземного общественного транспорта. До конца года город по конкурсу выберет частных перевозчиков и подпишет с ними долгосрочные контракты. Пока в качестве эксперимента новая система заработает в Северо-Западном округе. Детали этого проекта сегодня обсуждали на президиуме столичного правительства. Также на заседании Сергей Собянин подвел итог интернет-голосования о сроках каникул московских школьников. Анастасия Мартынова расскажет подробнее. На вопрос, когда же у московских школьников будут каникулы, наконец прозвучал ответ. Родители, учителя и сами ребята смогут на школьном совете решить, когда учиться, а когда отдыхать. Московские власти за схваткой понаблюдают со стороны. Причина в остром противостоянии двух сторон. Разгорелись нешуточные страсти по этому поводу. В обсуждение приняло рекордное количество горожан, более 500 000 человек. Мотивация простая – сделать так, чтобы родители смогли спланировать отпуск, а не разрываться между спортивной и музыкальной школами. Голосование о введении единых сроков школьных каникул проводилось в мобильном приложении «Активный гражданин» в течение всего предыдущего месяца. Ученикам, педагогам и родителям предложили три варианта каникул на выбор. Почти сразу лидерами стали классическая и модульная системы. Сторонники традиционных четвертей с тремя периодами каникул стали почти 49% проголосовавших. Тех, кто за модульную систему обучения, когда через каждые 5 учебных недель одна каникулярная, без малого 45%. Столичные власти приоритеты поняли, ситуацию пока отпустили. В связи с тем, что голоса практически поровну разделились, я прошу департамент образования не настаивать на единых каникулах для всех школьных учебных заведений, а самим школьным заведениям, школам, образовательным центрам вместе со своими управляющими советами самостоятельно выбрать один из этих двух вариантов и установить его на ближайшую перспективу. Окончательное решение по итогам мониторинга в школах. Понравится ли эта идея школьникам-спортсменам, неизвестно. Победителями и призерами вторых летних юношеских олимпийских игр, проходивших в Китае, стали 26 москвичей. Проект постановления предполагает поощрить призеров и победителей олимпийских игр в размере 100 тысяч рублей и тренерского состава в размере 50 тысяч рублей.
Что до нужд в меру спортивных горожан, то с будущего июня те, кто пользуется наземным общественным транспортом, сможет по единому тарифу прокатиться как в автобусе, так и в маршрутке. Первые договоры с владельцами частных транспортных предприятий правительство Москвы заключит уже в декабре. Мы проводили эксперименты по поводу того, чтобы изменить систему городского заказа на общественный наземный транспорт, сделать ее единой, единую систему льгот, единую систему тарифов, единую систему требований по движному составу. И сегодня мы принимаем решение, когда уже конкретно по срокам определяемся внедрение этой системы. Кто в ближайшие 5 лет будет перевозить москвичей на маршрутных такси, определит конкурс. Компания-перевозчик обязуется закупить новый подвижной состав и перевозить льготников. Допуск к работе разрешит госконтракт. Модернизация городских автобусных перевозок начнется с северо-запада Москвы. Также на севере появится второй частный технопарк. 8 инновационных компаний уже получили статус резидентов. Основная отраслевая специализация потенциальных резидентов технологического парка – это разработка и производство медицинских технологий, медицинских изделий, лекарственных средств, разработка и производство компьютерных технологий программного обеспечения, разработка и производство технологий изделий микроэлектроники. Инвестор обещает вложить в производство более 400 миллионов рублей и обеспечить 450 рабочих мест. Анастасия Мартынова, ТВ-центр Москва. Верховная Рада Украины сегодня вечером после бурных дебатов утвердила новый состав правительства страны, после чего члены кабинета приняли присягу. 3 министерских портфеля отданы иностранцам. Петр Порошенко в спешном порядке подписал указ о предоставлении им украинского гражданства. По словам президента, без иностранных легионеров Украина не сможет стать полноценным европейским государством. Правда, многие бывшие министры сохранили свои посты. Александр Панюшкин о том, как проходило голосование и каким будет новый украинский кабинет министров. Это заседание Рады начинается с обряда освящения. Радикалы свободы все-таки вызвали священника, чтобы тот окропил святой водой кресло, на которых до них сидели коммунисты. После процедуры депутаты ненадолго занимают места в зале. Перерыв объявляют трижды. Коалиция никак не может определиться с кандидатами в новый кабинет министров. Претендентам в кулуарах не дают прохода. Вам хотелось бы далее продолжить эту работу? Харьков всегда остается. Предварительный, но якобы уже утвержденный коалиции состав нового правительства радикал Лешко публикует еще днем. Там и Арсен Аваков, и прежний министр обороны Полторак, и глава МИД Климкин. Представлять их в Раду приезжает сам Порошенко. Попутно он приветствует и новых министров-иностранцев, которым своим указом сегодня дал украинское гражданство. После моего обращения с этой трибуны на Украине развернулась дискуссия, брать или не брать правительство иностранцев. Я твердо стою на позиции, что мы можем назначать министрами граждан других государств, дружественных Украине. Украинской экономикой теперь будет заведовать литовец Абрамовичус. Не путать с Абрамовичем. Финансами американка украинского происхождения Наталья Ересько, успевшая поработать в Госдепе США. Здравоохранение возглавит грузин Квиташвили, занимавший аналогичный пост при Саакашвили. Сам экс-президент, которого в Грузии разыскивают за растрату бюджетных миллионов, от поста вице-премьера отказался. Но украинских радикалов раздражают и 3 уже представленных иностранца. Мне кажется, это комплекс неполноценности какой-то определенный. На Украине много достойных людей, которые могут представлять Украину в правительстве. Я хочу вам сказать, что на Украине миллионы молодых ребят и девчонок, которые с дипломами высшего образования на базарах торгуют, и у них нет возможности заработать. Поэтому молодежь нужно вести во власть и нашим людям давать себя реализовывать. От того и утверждение нового правительства затягивается до позднего вечера. Голосовать ожидаемо отказывается оппозиционный блок. Его депутаты в знак протеста выходят из зала. Передавать Украину уже официально под внешнюю управления они не хотят. Есть граждане нашей страны, что из 45 миллионов человек, есть хотя бы, неуважение считать, что нет хотя бы десятка честных, хороших людей. И тогда я просто не понимаю, зачем я должен дальше вам что-то аргументировать. А если мы считаем, что у нас из 45 миллионов ни одного порядочного человека нет, ну там уж власть должна такая уйти, которая так считает. Те, кто остался, засыпают новых министров вопросами. В какой-то момент заседание перерастает в балаган. Успокаивать парламентариев пока словом приходится бывшим полевым командирам. Я вас убедительно прошу, блин, успокоиться и продолжить работу в том русле, который этот мы должны делать. Потому что это у нас сейчас возникнут немного другие ситуации. Всем будет жарко в общем объеме. Дякую. Спасибо. Депутатов торопит и уже утвержденный премьер. Аргументируя отсутствием времени и желанием новых министров немедленно приступить к работе, Яценюк обещает оптимизацию социальных расходов, увеличение финансирования армии, проведение реформ, которые так необходимы Украине.
Люди хотят перемен, и мы готовы для радикальных, жестких и эффективных изменений и реформ на Украине, которые требуются сегодня. Миссия будет выполнена. Те, кому адресовал свои слова Яценюк, сегодня снова митинговали у Рады. Здесь и медики, и обманутые вкладчики, требующие вернуть накопление и прежний курс гривны. Тут и журналисты, выступающие против создания Министерства информационной политики, Министерства правды, как его уже успели окрестить. Пресса боится цензуры. Но учитывая, что альтернатива официальной точки зрения киевских властей на украинских телеканалах практически не встретишь. Бояться им уже нечего. Александр Панишкин, Владимир Черных, ТВ-центр. В районе Донецкого аэропорта несколько часов назад возобновились боевые действия, несмотря на то, что ранее сегодня ополченцы и украинские военные договорились о перемирии. Как сообщили представители ДНР, украинская армия сегодня вновь подвергла бомбежке Макеевку, а также Комсомольск. Пока сохраняется перемирие, прекращение огня между ополченцами и киевскими силовиками в Луганске, Дмитрий Гусев о том, насколько оно прочно и как сегодня выживает непокорный регион. Можно сказать неприличное слово? Вот эти которые в Украине. Мы им вообще не верим. Так в большинстве своем реагируют жители Донецка на очередное объявленное перемирие. Касается конкретно аэропорта. Результат работы Центра по контролю и координации вопросов прекращения огня, сформированного после подписания Минского меморандума. В качестве посредников между ополчением и армией Украины выступают российские военные. Скорее всего потому, что договориться между собой противоборствующие стороны не могут по причине взаимного недоверия. Работа идет под наблюдением ОБСЕ. Руководители совместного центра украинской и российской сторон выехали в город Донецк для проведения рабочей встречи. Цель проведения встречи – обсуждение плана мероприятий по выполнению Минского меморандума. Обсуждаются технические моменты, как сделать, чтобы никто ни в кого не стрелял, не на словах, а на деле. Ну, точка приложения, вы как понимаете, огромной сложности. То есть фактически ротация или доставка БК-продукта украинской стороной может производиться только с прорывом там и так далее. Ну, то есть сама ситуация в аэропорту, это долго объяснять, объект такой сложности и такое взаимодействие перекрестного огня, что он не может более двух дней не стрелять. Власти ДНР надеются, что 9 или 10 декабря начнется отвод войск Новороссии и Украины вглубь своих территорий. Объявленное сегодня перемирие продержалось 1 час 15 минут. Такое заявление сделали и в Киеве, и в Донецке. Я сомневаюсь, что было перемирие. Почему? Украинская сторона никак не выдержит этого. Мне кажется, с Киевом договариваться это нереально. Уже сколько раз было. Вот сегодняшнее выступление представителя украинского штаба так называемой антитеррористической операции Александра Дмитрашковского. Наголошуємо, що вогонь у відповідь відкривається лише у тому випадку, коли в зоні ураження немає мирних мешканців. Ну вот результаты последнего удара, который накрыл Донецк прошедшей ночью. Разрушенными оказались несколько частных домов в Киевском районе. По сути, в уже пристреленной точке, по которой наиболее часто бьют украинские артиллеристы. Военных позиций здесь нет. Мирные кварталы. Для Донецка перемирие сейчас жизненно необходимо. Дело в том, что страдают и важные объекты жизнеобеспечения, что в условиях наступившей зимы и минусовой температуры сродни катастрофе. Идет в основном обстрел водопроводов, газопроводов и объектов теплоснабжения, насосных станций. Но все мы понимаем прекрасно, если попадание происходит в насосную станцию, то есть вероятность размораживания системы. На фоне экономической блокады, начавшейся накануне, в народных республиках началась выдача материальной помощи пенсионерам. До декабря на социальные выплаты от ДНР и ЛНР могли рассчитывать только матери маленьких детей. Стоим за помощью. Жить не на что. Жить не на что. Пенсию не получаем. А это помощь на пропитание. Размер выплаты 1000 гривен. Немного, но лучше, чем ничего. У банков огромные очереди. Начались выплаты пенсионерам. Пока все это второй день, стараемся как можем. Маломобильным группам граждан пособия будут разносить почтальоны. Самое позднее, с начала Нового года на постоянной основе начнется выплата уже и пенсии. По крайней мере, об этом говорят в руководстве ДНР. Дмитрий Гусев, ТВ-центр.
Правительство России решило продлить программу утилизации автомобилей еще на год. Об этом сегодня сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, на эти цели в 2015 году израсходуют 10 миллиардов рублей. Еще дополнительно 3 миллиарда правительство выделит на завершение программы этого года. Причем условия обмена старого авто на новое останутся прежними. К настоящему времени по программе утилизации было продано 146 тысяч автомобилей. Правительство считает, что только за первое полугодие предстоящего года будет реализовано около 170 тысяч новых авто. Напомню, программа обновления автопарка, позволяющая автовладельцам сдать на утилизацию или по схеме трейд-ин старые автомобили и получить взамен скидку на покупку нового, стартовала 1 сентября. Она призвана оживить спрос на авторынке и поддержать работающих в стране автопроизводителей. Новый скандал с пьяным авиадебоширом. На рейсе из Гоа в Уфу мужчина затеял драку во время перелета, угрожал убийством. Его с трудом удалось успокоить. Инцидент на камеру заснял один из пассажиров. Но больше всего в этой истории удивляет поведение бортпроводников и сотрудников службы безопасности аэропорта. Вместо того, чтобы арестовать нарушителя, они попытались стереть видеозапись и скрыть улики преступления. Почему, разбирался Денис Федоненко. Конфликт развивается молниеносно. Короткая перепалка, и один из его участников идет в наступление. Перед штурмом снимает майку. То ли похвастаться загаром, в Уфу самолет летел из солнечного Гоа, то ли показать мускулатуру. Когда аргументы у туриста заканчиваются, в ход идут кулаки. Успокоить мужчин не получается ни у стюардов, ни у пилота. На замечание капитана внимания никто не обращает. Уважаемые пассажиры, говорит капитан. Если в данный момент вы не прекратите, мы будем вынуждены сесть на запасной аэродром. Разнять дебоширов все-таки удается. При этом спутница нападавшего обещает, это не конец. В итоге экипаж принимает решение пересадить неугомонного клиента из бизнес в эконом-класс. Как рассказывают очевидцы, по прилету в Уфу хулиган еще дважды пытался завязать драку. Но сделать этого так и не удалось. Сработала служба безопасности аэропорта. При этом инцидент авиакомпания решила замять. До обращения в транспортную полицию дело не дошло. А автора записи материал попросили удалить. В интернете ролик набирает все больше просмотров. Пользователи однозначно осуждают поведение пассажира. Когда же в России начнут сажать лет на 10 в тюрьму за такие выходки? Сколько можно терпеть? Тут ведь и до реальных жертв может дойти. Выяснять отношения на высоте у российских пассажиров уже давно превратилось в своего рода забаву. Меньше недели назад в небе над Новосибирском пытались разнять двух подвыпивших пассажиров. В итоге пилот принял решение об экстренной посадке. Хулиганов в Толмачево встречала транспортная полиция. А чуть больше месяца назад турист из России с кулаками набросился на стюардессу вьетнамских авиалиний. Позже, правда, извинился, мол, был сильно пьян. Действующее законодательство квалифицирует это как мелкое хулиганство, административное правонарушение, которое штрафуется от 1000 до 2000 рублей и, правда, до 15 суток ареста. Но 15 суток, конечно, когда под угрозой целый самолет, когда под угрозой огромное количество людей, еще непонятно, куда этот самолет может упасть. Поэтому это, конечно, абсолютно мизерное наказание. В российских судах уже есть прецедент, когда пьяная драка на борту оборачивается реальным тюремным сроком. Самый известный российский авиадебошир Сергей Кабалов почти 2 года провел за решеткой. В парламенте готовят к рассмотрению проект поправок в кодекс об административных правонарушениях. За хулиганство в воздухе предлагают лишать свободы на 10 лет. Как альтернатива, крупные штрафы, вплоть до 500 000 рублей. Денис Федоненков, Олег Сафиулин, ТВ-центр. В Москве за несколько лет количество детей, посещающих дошкольные учреждения, увеличилось в 1,5 раза. Об этом сегодня говорил Сергей Собянин, осматривая новый детский сад на северо-западе столицы. Его строительство завершилось на 5 месяцев раньше запланированного срока. В здании смогут заниматься до 350 детей. Помимо стандартного набора помещений, там оборудовали группы для детей с ограниченными возможностями. Предусмотрен бассейн, музыкальные и физкультурные залы, экспериментальные методические кабинеты. Для юных москвичей приготовили несколько компьютерных классов. Сейчас завершаются отделочные работы. По словам мэра, помимо строительства новых детских садов, городские власти работают комплексно над всей системой дошкольного образования. Мы упростили запись в детские сады, она стала более простой, понятной, электронной. Улучшили
качество дошкольного воспитания, что является также фактором, который притягивает детей в наше муниципальное учреждение. Но и одно из самых главных факторов заинтересовали сами дошкольные учреждения в детях, потому что раньше это была целая история записать ребенка. Сегодня директор дошкольного учреждения или школы кровно заинтересован в ребенке. Столичные автоинспекторы спешат на помощь. Сотрудники ГИБДД спасли на МКАДе двух новорожденных. Бригада скорой помощи, которая перевозила младенцев, застряла на кольцевой из-за поломки автомобиля. Доставить детей в больницу вовремя удалось только на патрульной машине, которая оказалась рядом. Как себя чувствуют маленькие пациенты после такого приключения, узнала Оксана Коваленко. Сергей Меньков сегодня весь день под прицелом телекамер. На счету майора уже были удачно принятые роды, а тут спас аж двоих грудничков. Мне поступила информация о том, что сломалась скорая помощь. Я так понимаю, что сослужит 112, что сломалась скорая помощь на 86-м километре, и поэтому я проследовал туда. На МКАДе патрульные увидели карету скорой. Из-под капота реанимобиля валил густой черный дым. Рядом стояла еще одна бригада врачей. Старались согреть пассажиров в своей машине. Прибыла специализированная педиатрическая бригада Московской службы скорой помощи. В ней в комфортных условиях и были размещены дети в ожидании прибытия подмосковной медицинской бригады. Мы спросили, сразу же задали вопрос медсестре. Она связалась с врачом. Сразу сказала, что транспортировка разрешена. Чем быстрее, только дело времени, чтобы быстрее доставить. Малышам было всего 2-3 дня от роду. Появились на свет недоношенными. Однако в подмосковном Одинцове выхаживать таких слабых младенцев не могут. Подходящего оборудования нет. Детки на долечивание идут в отделение патологии. У нас такие отделения находятся в Королеве, Мытищах, Люберцах, Видно и так далее. В данном случае был выбор на Королеве, было получено место, и детки уехали в Королев. Как раз на пути к больнице машина скорой и заглохла. Мы взяли в руки капсулу. В машину наш сел папа, медсестра, все скоро было. Передали им на руку, они их закрепили, мы сели вперед и поехали. Дети плакали? Нет, они находились на искусственном дыхании. Маленькие. Ехали с проблесковыми маячками. По словам патрульных, от сирены они отказались специально, чтобы не пугать малышей. Спустя 10 минут пациенты уже лежали в палате интенсивной терапии. Медики уверяют, транспортировку младенцы перенесли хорошо. Состояние их сейчас удовлетворительное. Родители через журналистов просят полицейское руководство поступок подчиненных ценить и объявить майору Сергею Менькову и старшему лейтенанту Алексею Бобылеву благодарность. Вообще это наша работа, какой поступок. Мы же должны не только собирать аварии, мы должны помогать людям. Оксана Коваленко, Юлия Степина, Кирилл Макаров, Марина Карахончева и Дмитрий Андрианов, ТВ-центр. Столпотворение из желающих попасть на каток на ВДНХ больше не повторится, пообещали в руководстве комплекса. Напомню, на прошлой неделе субботним вечером очередь около кассы растянулась более чем на 100 метров. Самый большой в мире каток с искусственным покрытием оказался мал для всех желающих. Единовременно он вмещает 4500 человек. В тот день посетителей было более 5000. И пока одни не желали снимать коньки, другие вынуждены были проводить по несколько часов в ожидании. Кассы пришлось закрыть раньше времени. После такого ажиотажа руководство ВДНХ провело работу над ошибками. Были определенные проблемы с работой касс, с работой прокатов, с настройкой очереди в кассы. В частности, все эти проблемы на сегодняшний момент уже решены. Мы и ускорили работу касс, и выстроили, так сказать, определенные цепочки, в которых люди могут стоять. Выстроили, сформировали отдельные пункты проката, к которым могут люди прийти с своими коньками. Принятые меры нормализовали ситуацию. И все же гендиректор ВДНХ призвал посетителей приходить в утренние часы, когда нет очередей. Тем более это значительно дешевле. И последнее. Дни грандиозных торжеств в Объединенных Арабских Эмиратах. Красочные и с необычайным размахом страна отмечает национальный день – 43-ю годовщину объединения. Дубай превратился в огромное праздничное полотно. Одной из главных его площадок стал всемирно известный символ города – отель Бурдж-Аль-Араб в форме паруса. 300-метровый фасад превратился в сцену для лазерного шоу. За ним развернулся грандиозный фейерверк. Вместе с жителями мегаполиса действом любовались и члены монаршей семьи. В честь праздника в Эмиратах поставили целую череду рекордов. Среди них самое массовое шествие с национальным флагом.
Новая информация о главных событиях дня ровно в полночь в программе «25 час». А прямо сейчас смотрите программу «Осторожно, мошенники». Всего доброго. До встречи.